приветствую. Салат Цезарь. Из чего делаю я? Я обжариваю грудку в небольшом количестве масла. Здесь у меня пекинская капуста, можно салат, сухарики черные. Можно сделать заправку самим. Так у меня здесь майонез немножко легкий на перепелиных яйцах, сухарики, помидоры и кунжут. Очень вкусно весной, когда уже не хватает витаминов, появились уже такие тепличные помидоры. Вот, следующий салатик. Смотрите внимательно, какой я расскажу, покажу. Тоже очень вкусный. Всем до новых встреч!